Скоро начинаются кубковые игры, и те клубы, которые стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. И посмотрим, кто лучше себя покажет в этом году. Алаба. Грамотный пас, все по делу. Этот навес не проходит. Защитник надежный. Удар! Эриксен. И он забивает. На 4-й минуте забит был этот гол. Внесем в протокол. Беррен. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мяч покинул пределы поля. Лэмпа. Прекрасная передача. И здорово читают эту подачу защиты. Удар. Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Пока неплохо. Фабригас и Суле. Мяч у соперника. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Такие передачи придают атакам остроты. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Может получиться интересная атака. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Фабригас и Суле. Санья. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пересек мяч боковую линию. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Тут может что-то получиться. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Неплохо действует игрок, мяч отобран. И что дальше? Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Ушел мяч. Аут. Робер. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Отлично сыграно. Надо решать. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Как он работает. Лэмпард. Есть гол. Команда сравнивает счет. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. Атака остановлена, но кто получит мяч?
центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Перрен. Санья. Иванович. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Мяч у вратаря. Все в порядке. Ноя. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Блестяще он сыграл. Теперь на... Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что позиция убойная. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Перрен. Посмотрим за этой атакой. Какой удар! В этой атаке оборону пройти не удалось. Робер. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Озил. Бейнс. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Это может быть опасная атака. Почти подошли к воротам, но защитник начеку перехватил он эту передачу. Тут все очевидно, будет штрафной. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек. И будет абсолютно прав. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Навес. Навес на деревню. И мы снова на Сантьяго Бернабеу. Пока неплохо. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Не стал давать свисток арбитр. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Первое и последнее предупреждение получает игрок.
Фабригас и Суле. Штанга! Татарь первый на мяче. Мяч будет введен из аута. Фабригас и Суле. Санья. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Бейнс. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Отлично сыграно. Надо решать. Атака продолжается. Судья дает играть. Нет, не удержал он мяч. Защитник не позволил. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Это может быть опасно. Бейнс. Роберт. Пошли последние полчаса игры. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Санья. Атака продолжится через фланг. Джеку. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Все верно, края надо чаще задействовать. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Удар от ворот. Алаба. Может получиться интересная атака. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мяч будет введен в игру из-за боковой. Двадцать минут осталось играть. Ноя. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Это угловой удар. Во время углового оборона должна действовать очень слаженно. Хорошая передача. И здорово. Удар поворотом. И это автогол.
Понятно, что ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. Лэмпард. Беррен. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Беррен. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Да, это был очевиднейший офсайд, и флажок лайнсмена поднят совершенно справедливо. Беррен. Это может быть опасная атака. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Эриксон. Бэйнс. Судья решил добавить 3 минуты. Блестящий он сыграл. Теперь надо... Робин! А этот гол, не состоявшийся, мог решить исход игры. Да, великолепная игра голкипера еще оставляет шансы на ничью в этой встрече. Будет штрафной удар. Надежно играет защитник, атака прервана. Финальный свисток. 2-1. Окончательный счет. Этот навес не проходит. Защитник надежно... Удар! Эриксен. И он забивает. Прекрасная передача. И здорово читают эту подачу защиты. Удар! Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Как он работает? Лэмпард! Есть гол! Команда сравнивает счет. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему... Мимо... Первое и последнее. Фабригас и Суле. Штанга. Вратарь первый на мяче. Хорошая передача. И здорово играет защита. Удар поворотом. И это автогол.